О том, что чемпион UFC Конор Макгрегор может принять участие в съемках самого популярного сериала на данный момент «Игра престолов». Конор может появиться на экранах телевизора уже в следующем сезоне сериала. Решение привлечь к съемкам суперзвезду ММА пришло в голову одному из режиссеров проекта, который является большим поклонником UFC. Ранее Конора уже приглашали сниматься в таких громких фильмах, как «Три икса» с Вином Дизелем в главной роли. Однако тогда он отверг данное предложение, ведь он был полностью сфокусирован на своей ММА-карьере. Но на данный момент Конор взял перерыв в ММА, и есть очень большая вероятность того, что он согласится на время сменить перчатки для ММА на меч и щит, тем самым еще больше увеличив армию своих поклонников. Похоже, что UFC будет все труднее заставить Конора вернуться в клетку, ведь каждый день ему сыпятся разные интересные предложения в разных сферах шоу-бизнеса. Материально Конор уже давно обеспечен на всю оставшуюся жизнь. В ММА он уже добился того, о чем мечтает практически каждый боец ММА, став чемпионом в двух весовых категориях UFC. Пишите в комментарии, как вы думаете, примет ли Конор участие в самом громком сериале последних лет? И может ли Конор в будущем стать полноценным голливудским актером? Ведь харизмы у этого парня хоть отбавляй. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видео.